Здравствуйте, в эфире еженедельные новости Смоленской АЭС, в студии Олег Соловьев. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Публичная презентация экологического отчета Смоленской АЭС за 2019 год. На Смоленской АЭС в работе три энергоблока. Общая мощность составляет 3102 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 26 дней октября составила более 1,7 миллиардов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 534 миллиона. С начала года выработано более 17 миллиардов киловатт-часов, сверхплана 1,1 миллиардов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. «26 октября состоялась публичная презентация экологического отчета Смоленской АЭС за 2019 год. Специалисты атомной станции представили статистические данные, результаты лабораторных анализов и рассказали о комплексе природоохранных мероприятий». «Проблема экологии Смоленской атомной станции, это не только атомная станция, наша, но и концерн «Росатом», госкорпорация «Росатом» уделяет очень большое внимание. И одним из приоритетов является именно экологическая политика. Принято соответствующее заявление руководства концерна «Росатом» по экологической политике, но есть. И предусмотрено то, что ежегодно выпускается экологический отчет, представляет его каждая атомная станция, представляет его концерн «Росатом». Экологическая деятельность Смоленской АЭС – это целый комплекс мероприятий и процедур по выполнению природоохранных и санитарно-гигиенических требований. Только в 2019 году на их реализацию было направлено более 23 миллионов рублей. Это мероприятия, направленные на сохранение экологической чистоты водоема, техническое обслуживание, модернизацию и плановые ремонты обеспечивающего оборудования. Эффективные мероприятия, проведение рейдов и субботников по очистке прибрежной территории, а также участие в экологических акциях помогают сохранять экологическое благополучие региона. Результаты мониторинга, проводимого в постоянном режиме, подтверждают, что экологическая и радиационная обстановка в районе расположения Смоленской АЭС соответствует установленным нормативам. По данным многолетних наблюдений, радиационная обстановка в районе расположения Смоленской атомной станции не изменялась, стабильно и соответствует нормативным требованиям. Радиационный фон находится на уровне естественных природных значений. Влияние атомной станции на экологическую обстановку региона не представляет опасности для населения и окружающей среды. Состояние экосистем региона оценивается как благополучное. Жители региона, представители органов власти и общественных организаций, присутствовавшие на презентации экологического отчета, отметили, что Смоленская АЭС является открытым, социально ответственным и экологически ориентированным предприятием. Здесь мы узнаем именно правду, достоверную информацию, правдивые цифры, а не то, что кто-то где-то что-то говорит. И Для меня это очень важно. Приятно, что атомная станция дает нам такую возможность узнать о нашей безопасности, о том, что проводится такая колоссальная и грандиозная работа. С отчетом по экологической безопасности Смоленской АЭС вы можете ознакомиться на сайте концерна «Росэнергоатом», на сайте Смоленской АЭС в разделе «Безопасность и экология». На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизни станции вы можете ознакомиться в разделе с АЭС на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания.